Все произошло здесь, на станции Пролетарская. В 9 вечера в метро вошел человек с рюкзаком за плечами. Сработала рамка металлодетектора. Сотрудник службы безопасности метрополитена попросил показать, что находится в рюкзаке. На эту просьбу пассажир отреагировал очень агрессивно. Он напал на инспектора. Вот этот момент. Здрасте, рюкзачочек, пожалуйста. Сначала в ход идут кулаки, затем мужчина достает нож и на глазах у шокированных прохожих пытается ударить им сотрудника метро. Тот старается увернуться, но безуспешно. Пассажир достал из правого кармана куртки предмет, похожий на нож, и нанес сотруднику метрополитена несколько ударов в область шеи, после чего скрылся с места происшествия. Нарядом скорой медицинской помощи потерпевший был доставлен в НИИ имени Склифосовского. Шрам на шее теперь всегда будет напоминать Сергею о злополучном дежурстве. Мужчина вспоминает, в тот момент о своей безопасности он не думал. Больше переживал за пассажиров метро, на которых злоумышленник тоже мог наброситься. Он, ни слова не говоря, сразу резко вытаскивает нож и бьет меня несколько раз в области шеи. Посмотрел, что бежать-то, в общем, там особо и некуда, пошел на выход. И попутно, которым пассажиры шли, я им как бы кричал, что уходите там подальше. Агрессивного пассажира полицейские задержали через 4 часа. Его маршрут отследили по камерам видеонаблюдения. Что произошло на станции метро Пролетарская вчера вечером? Не знаю. Ну, вы заходили на станцию? Был у вас какой-то конфликт с сотрудником службы безопасности метро? Не знаю. Возможно, вы причинили ему какие-то телесные повреждения? Не знаю. А вот следствие знает, как трактовать подобные действия. Уголовное дело в отношении этого мужчины возбуждено по статье «Хулиганство с применением оружия». Мужчина рискует отправиться за решетку на 5 лет. Максим Ларин, Евгений Ильин, Петровка, 38.